Белгород не введет санкции в отношении России, даже если этого требует общая внешняя политика всего Евросоюза. Ведь как в России, так и в США живет многочисленная сербская община. Вот так заявил президент Сербии Томислав Николич на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом. Байден, в свою очередь, заверил главу государства, что США не ожидают от Сербии выбора между ними и Россией и поддерживают ее на пути евроинтеграции. Разговор между политиками коснулся и Косово. Президент Сербии отметил, что не готов подписать самопровозглашенной республикой документ, который имел бы межгосударственный характер, даже ради того, чтобы стать частью Евросоюза.